слово работать по фронтовому, по гвардейски. Акция нужна для того, чтобы почтить память тружеников тыла, ковавших меч победы. Мне 20 лет. Я член расширенного состава национальной сборной WorldSkills Россия. Для меня подвиг тружеников тыла – это пример единения и самоотверженности людей, ведь именно от их работы зависела жизнь других людей в те годы. Мы помним ваш подвиг. Спасибо за труд. Вечная слава героям!